Привет, друзья! На выставке Heli Russia 2024 в Москве Беларусь показала вторую версию дрона-вертолета Hunter, разработанного КБ «Беспилотные вертолеты». Беспилотный модернизированный ударный вертолет Hunter предназначен для поражения БПЛА, морских дронов, личного состава, бронетехники и ведения разведки. Не исключено, что его будет закупать Россия, так как поиск морских дронов сейчас важен для российской армии. На БПЛА устанавливается система UAV Heli HD300, в состав которой входят автомат слежения, инерциальный модуль, лазерный дальномер, ТВ-камера и тепловизор. БПЛА оснащается бортовым комплексом обороны, станцией предупреждения об облучении и устройством выброса ложных тепловых целей. БПЛА «Hunter» вооружен турелью с пулеметом калибром 7,62 мм, двумя пусковыми установками для 8 неуправляемых ракет или 16 авиабомбами весом по 2,5 кг. Вертолет оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 268 лошадиных сил. Максимальная взлетная масса вертолета 750 кг. Полезная нагрузка 200 кг. Вертолет развивает скорость до 190 км в час на высоте до 3,5 тысяч метров. Автономность полета до 6 часов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.